10 августа в аэропорту Уйташ торжественно встретили олимпийцев. Среди триумфаторов, прилетевших в Дагестан, золото привезли борцы вольного стиля Абдулрашид Саадулаев и Заур Угуев. Серебряный призер Магомед Хабиб Кадимагомедов. С бронзой же на родину вернулись наш земляк-каспичанин, борец-вольник, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Гаджимурад Рашидов и боксер Зинфира Магомедалиева, а также фехтовальщица, занявшая 4-е место на играх Айзанат Муртазаева. С чемпионами в составе делегации прибыли также президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, вице-президент Федерации Омар Муртузалиев и старший тренер сборной России по вольной борьбе Махач Муртузалиев. Спортсменов чествовали танцами, песнями и бурными овациями. Традиционный танец олимпийцев исполнили Абдурашид Саадулаев и Зинфира Магомедалиева. С поздравительной речью к олимпийцам выступил в Рио глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Я хочу, во-первых, вас поблагодарить за то, что вы сегодня поддержали эту церемонию встречи наших ребят. И хочу от себя, от вашего имени, от имени всего дагестанского народа поздравить их с этой замечательной победой на этой непростой, очень сложной, трудной для всех олимпиаде. Они еще раз доказали всему миру, что наши спортивные школы самые лучшие, самые сильные, самые стабильные. Они являются настоящими чемпионами под предводительством нашего капитана Абдурашида, который еще раз доказал правильное свое прозвище «Рашида». Эмоциями поделился с болельщиками и Гаджимурад Рашидов. Напомним, что Гаджимурад долгое время жил и тренировался в Каспийске в спортивной школе имени Курамагомеда Курамагомедова. Поддержка всегда чувствуется. Ты знаешь, что дома тебя ждут, встречают, смотрят телевизор. Из-за этого всегда есть и будут наши болельщики. Со словами благодарности за огромную поддержку к многочисленным болельщикам обратился и уже двукратный олимпийский чемпион Абдурашид Саадулаев. Когда мы вчера летели с Японии в Москву, в самолете наш главный тренер Джамбулат Эдеев сказал президенту Олимпийского комитета Станиславу Позднякову, что когда я нес флаг, весь Кавказ радовался. И я хочу отметить, что наш Кавказ, в частности мой родной Дагестан, внес большой вклад в успех нашей сборной. У нас 3 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. Если считать количество, по количеству мы обошли многих крупных держав. Отметим, что по итогам Олимпиады в Токио на счету сборной России 71 медаль, 7 из них у дагестанцев, из которых 3 золотые.